Телеканал КРТ представляє. У нас ж нова голова Нацбанка. Що ми о ньому знали нового? О тому, що його сім'я. Зараз я теж відкрию свої архіви. Сім'я задолжала за комуналочку 1,2 мільйона гривень. В Київському ОСББ фонду Клеївська судяться з Кирилом і Юлією Шевченком, повними тезками нового голови Нацбанка, за неуплату комунальних платежей на суму 1,2 мільйона гривень. Так що, може, йому хоча б тепер зарплата в НБУ в півмільйона гривень поможе там за 3-4 місяці виплатити? Погасити свої долги. Ну, да, надо допомогти чоловіку, мені кажеться, да. Во-первых, давайте не забувати, що це перший наш голова Національного банку, да, у якого просто абревіатура імені підходить Національному банку. Це Кирил Євгенійович Шевченко, кэш. О, кстати, да. Во-первых, я считаю, что это уже... Это уже победа. МВФ оценил. Глава Нацбанка кэш. Правда? А как ты? Вот ты сам? Или ты сам дошел до этого? До этого гениального открытия. Это было в пояснительной записке Верховной Рады, почему надо голосовать. Почему надо голосовать? Голосуем. Нам просто... Голосуем, голосуем, кэш. Кэш. Голосуем за кэш. Да, голосуем за кэш. Слушайте, а вот я даже вот не знала, что будет эта тема. Я просто, мне интересно было, я тут листала, листала и налистала. Не, я даже не готовилась, просто листала. Да, ну можно не готовиться. Уже достаточно листать. Значит, читаешь заголовки, как бы все познали. Новый глава НБУ Шевченко выправив декларацию про доходы. Додалося 100 миллионов гривень, годинники Rolex и Брюгге. Це написала «Новое время», и тут развернута такая статья. Тут не только ж Брюгге, тут три одиниці наручних годинників, три одиниці дорогоцінних наручних годинників такої-то фірми. Ну, я вспоминаю сразу ж кіно, да, три партсигар, ага. Теж три, да? Три. І тут дуже багато чого ще не задекларовано, і тут і 9 мільйонів, і 10 мільйонів, і в євро, і 3 мільйона доларів на рахунку в банку Ломбард, Одієр, там, Кол, ЛТД, тра-та-та-та-та. Ну, дуже багато всього, дуже багато. Було, стало, якому цікаво, зайдіть, декларація про доходи нового голови Нацбанка на новому часі. А далі я ж, типу, як разведчик, мені ж інтересно ж покопатися далі. І ти зайшла на... Я захожу на Радіо Свобода, читаю слідуючу статтю, хто ж очолив Нацбанк, найцікавіше про нового очільника НБУ Кирила Шевченка. І далі його послужний список. Ну, з того, що починає, він був спочатку з 87-го року, два роки був ремонтником на шахті в місті Кадіїв, Стаханов на Луганщині. Ну, тобто робоча людина, вона знається, в принципі, на тому, як гроші треба заробляти. Ні, ну, знаєш, ну, як би, чоловік, який пройшов от і до, він, ну, як би, достойно внимання. Ну, а далі він приїжджає до Харкова, закінчує Харківський державний економічний університет, і почалося. А почалося все пов'язано з банками. Тобто це державно, ну, по своїй суті, в державних банках, ну, здебільшого. І, понятне діло, що зарплата він отримав, да, тобто, ні одної строчки по поводу його заняття бізнесом нет. Большая стаття, ще раз повторяю, Радіо Свобода, пожалуйста, хто очолив Нацбанк. И третье, финальное. То есть ты не угомонилась? Не, да? Угомонилась. Ну, да, да. Нет, у меня ж скучно было, так я, ну, и не угомонилась. Что за я забиваю, времени? Да, банкир, средняя зарплата по Украине. О. И бачу, что средняя зарплата по Украине... 10 тысяч гривен. Но на самом деле нет, это не совсем так, потому что есть более достоверная информация. Тут четенько даже по профессиям. Директор направления 4 тысячи долларов, это вот как бы на топ-25 зарплат работников банковской сферы. Начальник отдела 2 тысячи долларов, начальник отделения 2 тысячи долларов. Но далее пошло программисты, консультанты, маркетологи. А почему-то в долларах считается. Да. Ну и самое это специалист информационного отдела, экономист бэк-офиса, 400-500 долларов. Ну, в общем, самая большая зарплата 4000 долларов. У меня вопрос. Сколько лет непосильным трудом? Нажито. Ну, я просто, ну, как бы, 2 плюс 2 пытаюсь сложить, у меня не складывается. А у него там какой-то был терабанк. Знаете, простая арифметика. Там же был какой-то частный терабанк, ну, вроде бы. Человек, который на зарплате. Ты живешь в Украине, тут вообще, да, нельзя думать, что ты делаешь вообще. А вообще, в принципе... Ты вообще, это же запрещенка, ты что? Да, я же поэтому корни быстро отрастаю. Понятно. Я не успеваю ходить к стилисту, да? Блондинка, блондинка, только прихожу, корни подрастают. Он говорил, что легкая форма дебилизма способствует карьере. Да, скромность, путь, неизвестность, да. То есть ясно, за какие заслуги товарищ Шевченко выиграл этот конкурс? Да я не про это. Конкурс-то хорошо выиграл, ну, наверное, просто молодец. Чисто по-женски, как ты говоришь, только умная женщина умеет вовремя включить дуру. Надо пользоваться, уметь. Ладно, я вам тогда скажу так, что после озвученных цифр... Деньги, я поняла. После декларации Шевченко... Каким образом образовался тогда этот долг за коммуналку? Вот. Вот на фоне всего. Кэша не хватило, потому что все на банковских счетах.